Будинок Гомельського обласного виконавчого комітету. Самий раніці у знак смутку і солідарності з Росією тут приспущений державний стяг. Намісник старшині облвиконкому Лазімір Привалов навідав Російський центр науки і культури. Менавіта сюди приходять гомельчані, каб ушанувати пам'ять загинувших під час пожару у Кемеровському забавляльному центрі. Квітки ад імя виконавчої улади, хвилина мовчання і запис у спеціальній книзі. Ад імя керівництва облвиконкома і жихару Гомельщини прийміться слови смутку, болі і спочування. От имени руководства Гомельской области и жителей Гомельщины хочется выразить соболезнования, слова боли, прискорбия, сочувствия и сострадания всем жителям Кемеровской области, всем семьям погибших. И сказать, что в эту трудную минуту Гомельщина рядом с вами. Спеціальний стол, куди гомельчані приносять квітки і дитячі цацки, у Центрі науки і культури усталявали одразу після трагедії у Кемерові. Тих, хто не може прийти особисто, можуть потелефонувати, і гетеї слови запишуть у спеціальній книзі смутку. У Центрі означають неравнодушних людей вельми шмат. 26-го числа вже з самого раннього утра прийшли ребята з строїтного коледжу вместе з преподавателем. Сразу принесли цвіти, конфети. Ми виставили тут же наш, так сказать, от... то место, куда складывают. И практически каждое утро, когда приходим, снова новые цветы, новые, так сказать, какие-то записки. Ну, вы видите, вот, все это все дело, игрушки. Сразу же откликнулись. Потом звонков очень много. Мы в книге памяти, так сказать, записываем тех, кто звонил. Ну, из Минска звонили, звонили из Палаты представителей, звонили из Москвы, звонили из... Брянска звонили, ну и, конечно, местный университет, преподаватели, вот так. И люди просто заходят. Супрацовниками управления следчего комитета по Гомельской области трагедия у Кемерове успринимается как особистая. Люди, которые практически каждый день сутыкаются с правопорушениями, добро ведают цену человеческих жизней. Это наш огульный боль и незаменная страта. Мы разом. Такий запис покидают наместник начальника управления следшего комитета Аркадий Стратьяков и старшиня областного союза следших Андрей Балашенко. Гибель одного человека – это уже трагедия. Гибель многих и гибель детей – это трагедия, которую трудно соизмерить. Случившаяся трагедия заставляет нас задуматься и еще раз сделать выводы о том, что каждый из нас ответственен за безопасность. Именно безалаберность, безответственность, халатность и невнимательность лежат в основе таких трагических событий, которые произошло в городе Кемерово. Телерадиокомпания «Гомель» долучается до спочувания жихарам России. Олеся Нцюрова, Ольга Коновалова, Валерий Гапанько. Телерадиокомпания «Гомель».